Вот, давай, да. Вместо релиза миофасциального сделан достаточно быстро гуманную правку. Расслабили полностью, раскрутили, раскачал, да. За верхнюю Тяни два челюсть, пальца. за небо прямо держи. А тут также на перепонке. Голова чуть ниже голову. Резче держи, еще раз. Есть? У тебя не резко, ты как-то плавно Просто начинаешь. ну, в районе так вот до шеи все. Да? Дальше больше. Плавно начинаешь. Так, давайте. Следующий. Пошел. Так, кто был? Ты еще не был, да, ложись. А ты хочешь попробовать, да? Или хочешь попробовать? Нет, Миша или Москва. Да? Че ты смеешься? Тебе как раз надо, давай, я его держу. Рот откройте, пожалуйста. Ой, поясница у меня. Все так до поясницы дошло, да? Ужас какой-то. Нормально, нормально. Вставай. Сейчас все пройдет. Так, и теперь ты. Я позвоночник не почувствовал, у меня прям поясница. А, это мышцы потянулись, да? Да. Может, не ложи, может, пустите. Где выход? Блин, прям. Сергей, давай, давай. Позвоночник вообще не ёрнулся. Но поясница потянулась, да? Поясница, да. Поясница потянулась. Прям больно. А это как раз то место, где очень сложно бывает расслабить или потянуть. Когда человек лежит на животе, все равно даже у него мышцы более-менее держат ее. А вот на спине ничего держит. Так, да. Ну, давай, я держу. Раздергать, да, сначала? Растянуть, раздергать. Да, 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 растяни, тракции сделай все. Какие мы ему делали, не делали. Он руками держится уже. Руки-то расслабили. Не, не держи, не держи. Я так умею. Не, у нас были случаи, мы тогда просто просто накрываем сверху и на каталку как раз вот увозим в Москву. Слушай, как Горова не надо. У нас просто внизу мог находиться. Моторик. Я пошел не за зубы. Надо как так же преднатянуть, да? Да, преднатяни, да. Но сам рывок резкий. Еще? Еще резче, да. Еще раз, качай, почему? Все голосом, голову качаешь. Нет, ты ему не показывай, ты должен расслаблен быть полностью. Он боится дергать, ты боишься. Ну, боится. Ну, доходит до где-то до перехода. Доходит, да? Ну, чуть-чуть до перехода, да. Ну, хруста нет, но... Ну, вот я вам скажу, у меня было это... Мне когда делали, поясница болела, ну, от работы, постоянно, конечно, да. Я там и так, и на массажере там подкладывал всякие там банки себе, и сам массировал, и к массажисту ходил, ну, что-то все равно, ну, это болит. Вот один раз так дернули, и все, и поясница как бы встала на место. Мне тоже побаливало, да. Сейчас бы что-то не будет. А может быть, у тебя хруста не было, да? У тебя подсказал? Нет, нет. Просто до таза дошел, да? Да, с него смысл. Вот не сам, когда я делал. На согнут. Попробуй, да. Можно прямых на грудь. Да, как бы, на прямых получается, что дергаешь, ну, как бы, корпусом, да, потому что руками-то... Каждый раз, не как себя, я еще упираюсь в ножку стола, чтобы шестом не сдвигался. У меня как бы вот такое движение получается. А там не получится, да, если я не делаю. Ну, эту бумагу. Сильнее. Еще вот так бабам. Получится, получится одному тоже такое сделать.